воспитание детей, кто у вас дома занимается? Девочки у меня помогают младшим. Делают уроки и дома, работа дома помогает, ага, тоже. Вот сейчас вы беременные, да? Например, ваша старшая дочь, или они не говорят, что мама, хватит, больше не рожай? Говорит, но бесполезно. А ваш муж что говорит? Это Бог дает, говорит. Что поделать? Из ваших детей кто-нибудь где-нибудь учился? Нет. Только среднюю школу закончили? И замуж вышли. А ребята ваши, например, в Россию не уезжают или где-то? Нет. Нет, у меня, как сказать, откуда денег возьмет этот... Идти туда. Идти туда. Как, например, они одежду себе покупают, например, на еду зарабатывают, им же всем кушать надо. Нет, мы одежду не купим. Мне, нам помогают, люди помогают. Что вы хотите, чтобы чем вам могут помочь? В чем вы нуждаетесь? В чем еще? Как сказать? Мука или зерна или что-нибудь. Продукты. Или деньги. Все нужно.